Итак, всех приветствую на своем новом видео. Тема сегодняшнего видео – диагностика КШМ и ГРМ. Что такое КШМ, что такое ГРМ? Я уже давным-давно рассказывал в одном из своих предыдущих видео. Ссылки я постараюсь вставить в описании. Наиболее простой способ диагностирования механизмов ДВС, двигателя внутреннего сгорания, является определение стуков с помощью стетоскопа. Данный вид работ производится тогда, когда двигатель предварительно прогрет до рабочего диапазона. Это приблизительно 75-80 градусов. При оценке состояния подшипника коленвал, стержень прикладывается к стенке блока в местах расположения коренных и шатунных шеек. Следующая оценка технического состояния – это детали ГРМ. Производится прослушиванием стуков привода распредвалом. Стук коренных подшипников сильный, глухой. Прослушивается при быстром увеличении оборотов коленчатого вала. Низкий тон. При отключении форсунки или свечи зажигания тон не меняется. И в завершении. Стуки шатунных подшипников имеют сильный звук. Более резко изменяется при вращении коленвала. При отключении свечи зажигания или форсунки стук уменьшается или вовсе пропадает. Определяем стуки в сопряжении поршневых пальцев шатуна. Наличие звонкого металлического звука и его попадание – это свидетельствует о наличии зазора 0,1 мм или более. По сути, это все, что я хотел вам сегодня рассказать. На этом все. Всем спасибо. До новых встреч.